внимательно мои команды. После команды стоп, не работаем. Уважаем друг друга, показываем красивый и честный бой. Пожали руки. По углам. Ну что, друзья, очередная экспансия поп ММА на профессиональный уровень начинается. Амирхан Оев против Азизхана Чоршанбиева. Первый раунд, погнали! Амирхан Оев красным углом. Сразу же он занимает центр. Начинает уже подавливать в свою очередь и брат Чоршанбиева. На скачке апперкотом работает Амирхан Оев. Встречает также на скачке джебом Азизхан Чоршанбиев. Пока все в стойке, без борьбы, как и принято в промоушенах на голых кулаках. Хороший хлесткий лоу и двойка тут же. Поднырнул Амирхан Оев. Да, отличную скорость демонстрирует Оев. Сбоку выбрасывает Амирхан Оев. Пока что не взрывается Азизхан. Азизхан занял выжидательную позицию. Идит много ударных. Комбинация зацепил. Хорошо попадает с передней все-таки руки Амирхан Оев. По корпусу достает Азизхан. Еще одна двойка. Правосторонний стойки левши работает Оев. И хороший темп у этой встречи. Скоростная весовая категория, до 61 килограмма. О, пропустил! Попал. Подловил сейчас Азизхан Чоршанбиев. Амирхана Оева с разворота бьет боец из Таджикистана. Сейчас может Азизхан и поймать на движении Оева. Вот такая связка. Лоу, потом хай-кик бьет Амирхан. Формат стандартный. Три раунда по 5 минут. Территориальное преимущество у Чоршанбиева. Хай-кик бросал Амирхан Оев. Все время угрожает ударом с разворота Азизхан. Амирхан пробовал на апперкот поймать, не дотянулся. Прессингует, поддавливает Азизхан. Но идет в контратаку Амирхан Оев. И это накал! Вот это попадание! Да! Как это случилось? Нам необходим повтор. Очень все резко и стремительно. Мы даже не успели зафиксировать. Пятая победа. Видео будет в Телеграме. Вот это удар! Ну и вся команда поздравляет Азизхана. Вот и Чоршанбе на ваших экранах. Ликуют братья. Аккуратненько. Левым. Точно в челюсть. И хаммерфист в голову. Он был уже не нужен. Да, так. Наверняка бил Азизхан. Да, левым. Хорошее коротко. Попадание. Мощное. Сидорин здорово отработал. Ну, супер профи. Рефери. Александр Сидорин. Ну что ж, все закончилось довольно быстро. Азизхан Чоршанбиев выиграл нокаутом. Но далеко непонятно, все ли сказали друг другу эти ребята. В данном случае я уже имею в виду не Азизхана, а, наверное, Чоршанбе. Поддерживает своего уже экс-оппонента Амирхана Оева Азизхан Чоршанбиев. Вот и Чоршанбе тоже здесь. Интересно складывалось это противостояние, но скоротечно. Итак, дамы и господа, рефери поединка Александр Сидорин остановил бой через 2 минуты и 15 секунд первого раунда. Одержал победу нокаутом и остается не знающим поражений Азизхан. Наше поздравление Азизхану Чоршанбиеву. И серебряный кубок
победителю. Автомобилист.ру.